что за музыка? Его крик сводит меня с ума! Вау! Так, у него будет какая-то фаза другая? Да, глаза покраснели! Ох, тут уже подставные! Ох, тут подставные уже стрелочки пошли, что? Окей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Это Friday Night Funkin против Slendy Tubies. Это Slender... как они, пузики? Слендер-пузики, телепузики. В общем, это по хоррор-игре, ребят. Очень страшный мод, как мы любим хоррор. Давай смотреть. Так, неделя Т у нас. Ну, конечно же, выбираем хард и поехали. Вау. У нас даже анимация есть, посмотри. Кто-то повесился. Вот он. Он заметил, как герлфренд и бой... Бойфренд тренируется, видимо. Зачем бойфренд ударил ее микрофоном по голове? Вы жесть. Пип. Ох, зря это он сделал. О-хо-хо-хо. Ничего себе, скример какой. Очуметь. 3, 2, 1, go. Так, вау, какая песня. Очуметь, и посмотри, герлфренд с фонариком сидит. Ух. Начало классное, ребята, посмотри, музыка какая. Вау. Ох. Ничего себе. Ой, жесть. Че он так орёт? Кстати, песня не тяжелая. Вау. Что за музыка? Его крик сводит меня с ума. Ух. Ух. Очуметь. Что за крик? Ух. Жесть, какой он страшный, ребята, а? Какой он страшный. Ой, не надо так орать, я в наушниках просто, он сейчас уши вытекут. Это ужас какой-то. Очуметь. Музыка хорошая, ну кричит он, конечно. Жестко, голос у него ужасный просто, ребят. Ну хорошо, эта песня на харде, и она достаточно легкая. Отлично. Все, мы прошли первую песню, получается. Ух, вот это крипово, ребята, это очень крипово. Так, что дальше нас ждет? Будет какая-то катсцена. Нет, сразу песня. О, кстати, мы же не посмотрели с вами поражение. Давайте посмотрим поражение. О, песня крипи. Давай сейчас глянем на поражение. Ух. Как он кричит опять. Ух, ничего себе. У бойфренда видели сзади, как будто кровь что ли была. Окей, давайте попробуем песню пройти, ребят. Ух. Я думаю, песенка несложная должна быть. Окей. Ух. Как же крипово! Как же страшно! Ошибается начал. Ух, жесть. Ух. Почему это? Что-то ошибаюсь, ну побыстрее уже. О-о-о-о-о. Прикольно. Орёт, конечно, он страшно, ребят. О-о-о.
Вау, класс. Вот это классно. Класс, вот это клёво. Вау, очуметь. Вот это классная была концовка, вообще классная. Так, ну давай смотреть, что дальше. Вау. Так, у него будет какая-то фаза другая? Да, глаза покраснели. Ого. 3, 2, 1, go. Ого, вот это музяка. Он разозлился. Вот это музыка. Подпевайте, ребят. Тут подставные уже стрелочки пошли, что? Главное не нажимать подставные стрелочки. Не понял, что за жесть сейчас была? Ух, подставные стрелочки, главное не нажимать, получается. Ух. Ого! Ты очумел? Смотри, что он делает! Ух! Вот это жесть! Вот это жесть, ребята! Это жесть какая-то! Да нет! Вонючие стрелочки! Да нет! Это как? 3, 2, 1, go. Как же ты мне надоел, тинки-винки! Ой, ребят, я уже целый день сижу! Для вас, наверное, мгновение сейчас пролетит! На монтаже я все вырежу, конечно же! Ой, я вообще запись уже отключал с тех пор, как начало начал записывать. Уже 1000 раз сижу тут, мучаюсь. Тинки-винки этот меня с ума сводит просто. Я хочу посмотреть, что будет в конце. Давай! Соберись. Ух, тихо. Черный. Главное, черные стрелочки не нажимаем. Тихо. Ой! Отлично, вот здесь всегда я путался. Ой! Блин! Ух! Хорошо. Нет. Не пройдешь, Тинки! Или Винки, кто? Ух, тихо! Хорошо. Хорошо, дальше будет жесть, ребят. Вот. Ну, это полегче. Ну, это изи. Это я уже знаю. Наконец-то! Да, я разблокировал вторую неделю, ну-ка! Да, есть! Вторая неделя, ребятки, разблокирована! И кто это у нас там? Тинки, Винки, Шминки? Давай глядеть на него, быстрей! Будет ли какая-нибудь катсцена, интересно? 3, 2, 1. Нет, вау, джампскейр. Давай посмотрим анимацию поражения сразу. Вау, ты кто, чувак? Ого! Давай анимацию поражения. О, просто убили и все. Ну окей. Пошли попробуем, пройдем песенку. Фух! Жесть! А начало какое-то не криповое. Ну, криповое, но какое-то медленное. Ну, изи пока, не знаю. Пока изи как-то.
Ох. Жесть, его глючит. Какой ты страшный просто, бро. Изи. Надеюсь, это не бесконечная песня какая-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, это же их мелодия, по-моему, да? Да. Вроде их криповая мелодия, ребят, если я не ошибаюсь. Я не играл в эту игру, кстати, но... Похоже на то, что это саундтрек из... Я вот где-то, ну, на ютубчике так видел. Ух. Да жесть, эта песня будет кончаться, нет? Ну, надоело уже, крипота какая-то. Ух. Все, заканчивайся, надоело. Да, ой, наконец-то. Дурацкая песня, просто дурацкая. Все, больше ничего нету. Ну-ка, в story mode еще раз глянем. Все, мы прошли все 2 недели, ребят, получается. Ну да, все, больше ничего нету, да, это на харде прошли. Ух, как же я замучился с этим модом, ребят, вы обязаны просто поставить мне лайки, я просто замотался, вот честно. Так, во фриплее еще давай поглядим, но ничего нету. Просто жесть, нет, все, отлично, все 4 песенки мы с вами уже прошли. Ух, спасибо, что посмотрели, ребятки, с вами был Максим, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ух, всем удачи и всем пока.